есть сноубол, спасают мага на развороте, включают клопа, ультимейт никуда, практически залетает там по КП-ку, Маила будет разряжаться, но мана, Лагуна Блейд, ай-яй-яй, ну вот какая ошибка, Пашу слепили, Битгрейп, Пашу тоже умирает, это минус 2, да нет, минус 3 уже от Вега Сквадрон, падают ребята из Вега, но есть глиф и успеют возродиться суппорты. Ну, байбек! Байбек на Дадли разводят на него. У Паши все еще есть Аигис, поэтому может спокойно поглощать весь урон. Пашу прячут сноубол. Слардар, потрясающий стан по двоим. Сумаил! Нужно добивать Сумаила. Сумаил минус. Есть байбек. Очень битый по пяти. Хватают мага. Нечем сбить Фиро. Финтгрип. В итоге там неплохо дал дэмэдж. Есть стан Пашу. Паша. Аигис до сих пор не потерян. Снимает тут с удара Артизи ему Аигис. А, ну сейчас нужно подловить как-то ребятам из ЕГЭ. И, конечно же, посейбить Вега. Залетает соло. Пытался какой-то спейс для своего тиммейта. Паша дает фисты. Паша на ремнате, и бежать, все команды назад, у Артизи продолжает покой, снова ремнат, устан достает до цели, есть старт Сумаила, Паша нагрызает, Паша, ремнат, есть еще один, дает фисты, может уйти на ремнат, сделал килл, Паша бежать до конца, Сумаил дал шиву, не достает уже ЕГЭ, ЕГЭ не уверен в том, что они смогут убить Мочи! Противника, на развороте, вот так, залетает соло, есть балл респанч, Артизи страдает, фисты, Артизи будет падать сейчас, минус Артизи. Вот Артизи, вот она цель, залетает Хикса, Эмбер Спирит тоже рядышком. Маг, фисты, Артизи, по КБ на развороте, стан выдает, слишком много дэмэдж, Лагуна, стан от Сумаила, просто! Они подставились под прокат, падает также инстапарейшн, минус 4, трипл килл балл Артизи. Ну здесь за 5 секунд происходит так много, что Артизи цепляют его, тоже разводят на БКБ, БКБ жать нельзя, Кекс, нужно спасать Пашу, в итоге врыв! Отличный стан от мага, врывается Свен, начинает бить Пашу, Паша минус, есть байбек, рассказ от Queen of Pay, будет ли байбекаться Паша, да, байбекается, Туск все еще в драке, минусует Лину, Карапас а, очень падает. Хороший от Никса, Никс сидит в песке, дает стан по двоим, и боже мой, Паша, живи, нет! Не знаю, они прочитали, сейчас будет встреча, Виверна залетает. Дум уходит, получает Винтерскерс, пошел ультимейт, Дума в итоге выталкивает, Дум должен кастовать хоть что-то, и Сэп раскастовывается, падает Дарксир, стоит ультавич Доктора, минус 2, Фира нужно добивать, минус 3, Вега одерживает победу в этой драке. Так, ну вот Дум, соло ускоряется, аганим у него уже есть, вижу, хорош, Артизи можно сбить ТП, сбивает ему ТП, неплохо, Артизи что будет делать, БКБ прожимает, на развороте колдам, получает Дум сверх БКБ, ставится Винтерскерс, туда же Метеор, Бласт, откидывают Мага, но живы, слишком толстый Паша и Ноубан. Ставится стенка, стягивает, но это безразличный бег из квадрона. Они прожимают сноубол, пытаются поймать противника. Артизи получает дэдспарта в колдом рейсе. Был по-прежнему под домом, падает он. Минус 3 уже сделали ребята из бега. Так, вакуум в откате, еще 24 секунды. Так. Ну, пока бы, правда, пожал. Паша неприятно, есть у него дом по-прежнему. Пошла ульта на гирокоптера. Гирокоптер не успел нажать флэк, не сможет ни по кому стрелять. Заходит ульта. Нуван раскастовывается. БКБ заканчивается. Пошел санстрайк. Не убивает Пашу. Сноубол. Закатываются в Юниверса. Ну и нужно Артизи. Да, Артизи нужно добивать. Дум рядышком бегает, Артист все еще жив, Артист только-только сейчас погибает, он без байбека. И бараки падают. Как дефить ЕГЭ? Не всем понятно. Снова вакуум, Винтерскерс. Одного ноубана. Ноубана есть Эгис, не забываем, поэтому можно просто-напросто забить. И с бабочкой вообще физикой не пробивают. Все машут руками, никто не попадает. Падает Юниверс без байбека. Падает Сумаил без байбека. Окей. Это 1-1, Вега. Какой получился халявный заход, фантастика. Фир стоит специально, слип дал. Ай-яй-яй, мага ворваться не может, хукшот дает, и Рошан, Артизи успеет ли добить, Сумаил здесь, да, добивает. Остается Аеги, Speed of Pain, Ноубана подцепили Sonic Wave, Ноубан здесь Эйбл не вышел. Просто расставлял Артизи с помощью своего ультимейта, съедает сыр, фулл хп уже, минус 3 сделали, погибает также у нас. Герокоптер, это минус 5, good game, well played, ЕГЭ. Выигрывают эту карту. Там будет действительно битва агрессив. Боже, как Сайлору-то больно, но холдаун пошел. Агрессив, больно ему, вот она Шива. Сайлор держится до конца, но у нее две жизни, не забываем. Вот она стяжка, ультимейт. Агрессив убивает просто Шики. Агрессив продолжает драться с Сайлором. Сайлору, в принципе, пофиг. Агрессив идет с ним до конца. Сайлора сейвит на лоу хп. И вот смотри, Ю сюда прилетел, пытается уйти. Сайлор по-прежнему дерется. Гардер врыв побежал на DDC. Да, DDC убили, это размен пока 1-1, но Аегис-то только выбили, а Эгис выбили, а что дальше? Агрессия-то остается в живых, а агрессия-то ну проблема. Вот, агрессию добить не получилось. И сейчас тот сценарий, при котором вас начинает убивать Фантом Лансер. Так и происходит. Хотя еще пару тычек, да ладно, агрессия добили, выживает. Добили, и Ротикея тоже добили. Это минус 4 это... и минус Аегис. Тут Пей. Двоих хорошая была фиссура, агрессив закидывает первое копье. Мэйби очень больно. Хорошо, да, дальше что делать? Ну и что дальше? Агрессив, три пофиг ему.
ушел Доппельгангер. Шики в БКБ. Шики хороший ультимейт минус DDC. Дарк Сира тоже сбривает моментально, но и агрессив имеет больше 60% хп. XZ просто ужасный ультимейт в землю. Запускает, поймали Сайлора. Убили Сайлора. Это 0-4. Жива только одна женщина. Там вот Ротк может не успеть отреагировать. Да, естественно, никак тут не успеть отреагировать. Аутик не поднимает. Сайлора затащили. Агрессив просто идет дальше. Он на Сайлора не обращает внимания, так как это должно быть. Ай-яй-яй-яй, как не при. Ой-ой-ой-ой-ой, как же больно! Делают Шики на хайграунд. Сымаем, Сайлором дерется. Трое мертвых, влетает до агрессив. У DDC шансов на выживание никаких нету. Тоже минус, остается один. Сайлор, Сайлора. Теперь хороший Винтер Скёртс. И пятером месим Сайлора. Месим пятером, месим. Байбеков нет, только у Сайлора. Гоблайк агрессив. Витрасе позже сколько кипиша. Рочки не знают, куда дать фиссуру. Дает по одному Дарксиру. Сайленс получает. Шики, Шики прыгнул. Шики умирает. Шики. Байбек тут же Шики. Пошел дэмэдж бешеный от агрессива. Гардер ворвался в толпу. Агрессив связывает DDC и Сайлора. Сайлор дерется теперь один без DDC. Шики в дабл дэмэдж. Агрессива сдули моментально. Но и он тоже выкупился. Ну там Шейкер тоже выкупился. Шики ультимейт по Сайлору и по Мэйби. Сайлор едва живой. Надо Сайлора добивать. Сайлор добивает агрессив. Ротике идет в драку. И Ротике идет в драку, чтобы убить Гардера. Гардера не добивает. Мэй едва живой. XZ просто закапывает CDC своего соперника. Сайлор в Шики вгрызается. Сайлор. И, кстати, много людей здесь могут зайти вместе с Сайлором в спину. Смотрим Бибер на ультимейт в Ротике. И DDC тут тоже поймали. Шар! Отличный шар! Но ультимейт Квапы тоже неплохой. Ротике должен погибать здесь, так же, как и погибает DDC. ММА пытается уйти. Сайлор вгрызся в Кью. Биберна уже все кастовала. Братан, зачем ты ее дергаешь? Это минус 3. Но надо возвращаться Эмберу в драку, потому что сейчас да, Сайлор уже не отпустит. Хотя в спину ковыряют. Сайлор по-прежнему живет. Нужна еще критуля, нужно еще чем-то задержать этого Бристлбека. Да, его держат практически на одном месте. Есть весы. И это минус 5. И у него, понимаешь, у него есть рефрешер. Он всегда может дать вакуум, потом... Хороший врейв от МСС. На С4 можно его забрать. С4 выгибает, подходит также нас. И, боже мой, С4 досейвили, но очень ему больно. С4 досейвили, он прожал сыр. Очень неплохо. Даги раунд из такой суматохи удается сделать. Залетает айсбласт, не особо хороший. Майнац уже приплыл, его должны забирать. Пауэршотом убивает Шейкера. Майнац мансует, отхиливается Сурным. Майнац имеет дагер, вакуум, стенка. СВГ прячет себя, засейвил, но ненадолго. Рицу также под жестким фокусом. Рицу тоже погибает. Выше все-таки Cloud9 из базы. Я думаю, очень сильно об этом пожалели. Ты под тауэром. Сейчас уже только ТП-сейвы какие-то должны помогать. Весь шестой уровень. Нет, там поставится Undying под ультимейтом. Разорвало флайв, даже Грейв на себя не успевает повесить. Эвеленч с тостом практически никакого урона не наносит Бристлбеку. Миракл, армлет не забузил. Ай-яй-яй, Миракл не прожал его второй раз. Муши тоже погибает. 2 в 2 пока размен. Ахайо пытается убежать. Здесь у нас параллельно пытаются убить Бристлбека. Есть тост, Бристлбек погибает. Шарики, Эвеленч, Нет убегает. Крит присасывается к Муну. Побежали за Нетом. Нет уже не желез. Дерется как мужчина до последнего. Убегает отсюда Тини. Можно тоснуть на Ахайо. Можно сделать тост. Нужен просто вижен. Есть тост. Есть Сулрип у Ахайо. Юзает Сулрип. Есть Дикей. Юзает Дикей. Пытается выживать до последнего. Урна висит шарики. Фиссура завершает начатое. Трипл килл оформляет Мун. Сейчас нажмут и побегут с центра вниз, то могут успеть помочь Бристлбеку, на которого уже OG вышли. Шейкер прыгает, не попадает стомпом, есть фиссурка, очень больно, Бристлбек втанковывает неимоверное количество урона, и вернул, кстати, очень много дамага своими спреями, Флай бьет, собственно, тиммейта, Миракл, Миракл, армлет подрубает, Найтмер вешает на Флай, Флай повесит ли Грейв, нет, не успевает повесить Грейв, Миракл под ультом, Финсгрип его держит, но недолго, хороший абуз армлета, но Тини погибает, Блэк успевает слегка продамажить, Миракл живет, минус 5 оформляет OG, и два персонажа все-таки целы. Мун просто шикарен, так же, как и Миракл со своим абузом армлета. Прыгать, кричать надо, но под тавер, конечно, страшно, потому что всегда есть бейн. Просветка не достали до КК. КК двигает на развороте, бросает трек. Не спрятаться уже здесь Сенкингу. Пошел ультимейт от Эсепа. Довольно успешный ультимейт. Пробил Улчикина. Улчикина опять подставляет Квапа. Хороший ульт, но только по одному. Наорал еще на Джи-Джи, а Ситивай проседает. Есть Квапа, летает. Посмотри, можно добивать спидербан. Залетает. Минус 4, трипл килл Байлане. И можно убивать мистера. Под треками. Хватает для того, чтобы
чтобы доминировать и играть первым номером. Там на исходной позиции находится Левен, готов сплинтировать, есть хукшот. ВСФ, неплохо, вайпер страйк сразу же, опять же, ВСФ, есть мека. Пока не прожимает, тут прожимает Миказа, подходит на сын-кик, получает сразу Саленс. Фантастика, минус 2 сделали, там Мишак успел забрать кокверка, ставится Винтерскерс. Джия-Джия проседает, залетает Винтерсбласт, очень больно, трипл килл бай CTY. Ле пытается драться, там умирает дальше еще и Мэр. Это ультракилл, ну дайте рампейдж, дайте ему рампейдж! Делают это довольно быстро. Они идут, это Йоло. Вот так украли что-то. Украли сеточку, украли. Стан через бага. Сноуболом сейвит неплохо. Есть колдаун. Нет, колдаун нехороший. Слушай, сейчас поумирают все, если дадут бить алхимику. Алхимику дают бить. Слушай, это минус 3 уже. Это минус 4. Остается один гирокоптер. Гирокоптер просто загоняет сейчас под Рошана. Гирокоптер погибает, но это минус 5. А что дальше делать? Тамбу надо убить. Там башню сейчас развалит всех здесь просто. Гирокоптер, молда нету. И гирокоптера поднимает последнюю секунду. Боже, они делают минуши! Вива Перу! Джин, как же ему нужен блин? Пошел. Расплочу будет свой стан. Можно добавить кого-то. Стан подбоится, летает. Дальше телекинез, у него расклад вроде очень быстро. Винтерскер, дальше взял Туле. Минус 3 сделали. Эмбер Спирит был до этого в таверне. Суммарно минус 4. Переключайтесь, нет, вот твоих нету, к сожалению. Телекинез, Винтерскер снова пошел оттуда развалить. Как же быстро они его снесли. Есть байбек, а вот теперь осторожно, Т3 уйти. Хао, байбек и уйти. Вот же молодцы. Вот же наши мальчики. Не отпускают, сетка пошла. А у него две жизни. Фортап замечательно. А не, у него одна жизнь, сори. Писты. Ушли. Гриди. Ставится Коги. Залетает. Лови. Его можно убивать. Где телекинез? Боже, что происходит? Тут Блад полетел, Хао идет в драку, в рассыпную, каждый сам за себя, Рокет летит по Акселе, Акселе можно отдать, все биты, Котаро Хаяма в крипа ударил, люди умирают, Котаро Хаяма! Сноубол! Он у него две жизни, минус один, ничего страшного. И пошел Атун, сзади, со спины, получает Клопер. Секс, как минус, его контрят. Еще минус Клопер сделал, Хао, нужно Хао дать стан, пошел дэмэдж от Котаро Хаяма, Хао без байбека, не забываем, Хао без байбека, заставили его, Хао без байбека, Хао минус погибает, вина для Перу! Что происходит? Они сейчас просто должны идти в трон. Они сейчас просто выиграют игру. Фантастика. Good game of play.